Після Різдва невідомі пошкодили ролети офісу Координаційного центру волонтерів. Подія сталася вночі за адресою 50 років жовтня, 12. В ніч з 8 на 9 число позвонили люди, сказали, що у нас вскриті ролети. Я подбежала, это где-то было в 8:30 времени, были вскрыты ролеты, но они как-то так странненько, аккуратненько, просто бережно вскрыты, и стекло входной двери осталось целым, все осталось целое, поэтому я так понимаю, если, я, конечно, небольшой специалист, но насколько я понимаю, если бы хотели бы что-то украсть, обворовать, то уже как-то не бережно так относились к ролетам, а мы их потом, ребята наши приехали, прикрутили, и все осталось целое. Ну вот наше такое мнение, что, по-видимому, просто мы кому-то очень мешаем и делаем то дело, которое, по мнению этих людей, неправильное, поэтому нас таким образом предупредили, что в следующий раз мы не будем столь деликатны и аккуратны. Волонтери викликали правоохоронців, котрі попрацювали на місці події. Хорошо, що не був причинен ущерб, не були розбиті двері, ніхто не попав вовнутрь. Ну, случилась очень неприятная история, но даже, знаете, больше всего поразила не эта ситуация, что вскрыли ролеты, больше всего поразила та ситуация, что мы выложили в соцсетях информацию об этом факте, и в комментариях, которые были по поводу этого факта, большое количество комментариев было следующего характера, что так вам и надо, не надо вам это делать, никто вас об этом не просит. И складывается такое впечатление, что люди не понимают, они не хотят понимать, они не хотят видеть и слышать, что в стране идет война. И если мы сейчас все вместе не будем помогать нашим военным и не будем поддерживать их, не будем помогать им своей работой переносить те тяготы и лишения, которые они несут сегодня, то рано или поздно эта ситуация докатится до нас. И если мы не будем проявлять какие-то поступки патриотические и не будем помогать, то обязательно это все, как ни прискорбно, может оказаться и здесь. И вот эти комментарии, они гораздо более впечатлили нас, нежели тот факт, что к нам попытались в офис прорваться і принести нам ущерб. Волонтери звертаються до олександрійців, котрі могли бути свідками злочину, чи знають, хто таким чином хотів налякати волонтерів. Інформацію можна повідомляти за телефоном 095 194 90 60.